И два врача даже были переобучены из терапевтов на врачей общей практики. Сейчас у нас остается 87 участков, из которых 8 проект хроники и 4 проект патронаж. Дальше. Оборудование с 2020 годом без изменений. Мы ожидаем поставку томографа. И по данным департамента, к счастью, оборудование для нашей поликлиники по выходу из ремонта уже закуплено. Да, и оно все будет классно. Дальше. Мы оказываем помощь в рамках московского стандарта 2.0. То есть в каждом из филиалов ведут приемы по самозаписи, открыты для пациентов. Участковые врачи – это ОПы, врачи-терапевты участковые, лоры, офтальмологи, урологи и хирурги. И в качестве второго уровня в каждом филиале работает кардиолог, невролог, эндокринолог. И дополнительно специалисты еще более высокого уровня – это гастроэнтеролог, аллерголог, пульмонолог, колопроктолог и ортопед. Они тоже ведут у нас прием. Кстати, могу похвастаться, что такого спектра специалистов, ну, мало в каких поликлиниках еще можно увидеть. Потому что реально у нас не хватает, ну, вообще всех хватает, в принципе. Дальше.